Приветствую вас, мои прекрасные зрители. В этом видео я хочу вам показать интересные находки на сайтах AliExpress и Jun. Уверена, что все товары, которые я распакую в этом видео, станут необходимыми в повседневном использовании. Эту вещь я заказала на сайте Jun. Также она есть в продаже на сайте AliExpress. К сожалению, в мой регион товары с AliExpress доставляются в течение 3 месяцев, а электробритву хотелось получить быстрее, поэтому воспользовалась услугой сайта Jun и получила эту прекрасную вещицу через 3 недели. Ссылку на эту бритву с хорошими отзывами оставлю с 2 сайтах. Электробритва небольшого размера, заряжается от USB кабеля, упакована в фирменную коробку. С одной стороны бритвы расположен разъем для USB кабеля и кнопка включения. Бритва выполнена в необычном дизайне из сплава металлов, похожих на бронзу. Но это не бронза. Корпус бритвы выполнен из таких металлов, как марганцевая сталь и цинковый сплав. Благодаря свойству этих металлов корпус у бритвы ударопрочный и не подвержен коррозии. В руке бритва лежит удобно, пользоваться ей комфортно. Во время бритья волос не зажевывает, кожу не царапает, раздражение на коже не появляется. На видео, которое появится внизу, роль модели сыграл мой муж. Бритвой он остался доволен, пользоваться ей удобно. Волосы сбрила она хорошо. Эта бритва прекрасная альтернатива станку. Вес у нее небольшой. Ее удобно будет брать с собой в путешествие. Увидев видеорекламу у продавца этой вещи, я была поражена и не поверила своим глазам. Неужели такое возможно? Заказала эту вещь из любопытства. Может быть, вы с таким чудо-девайсом сталкивались, но я впервые увидела, что можно эффективно удалить волосы таким необычным способом. Депилятор красивый, легкий, выглядит стильно. Ему бы еще крышечку, которая закрывала бы зеркальную поверхность. Поверхность депилятора выполнена из стекла, которая по качеству напоминает крупнозернистую стеклянную пилочку для ногтей. На камеру, к сожалению, структуру стекла показать сложно, так как оно сильно бликует. На стеклянной поверхности есть небольшой скол. Надеюсь, этот брак не повлияет на качество использования депилятора. В рекламном видео было показано, что с помощью депилятора можно легко, быстро и безболезненно скатать нежелательную растительность с кожи рук и ног. При этом кожа становится гладкой, без намека на то, что на ней когда-либо были волосы. Роль модели сыграл мой муж. Как вы видите, депилятор стер волосы замечательно, но использовать его нужно аккуратно. Если у вас тонкая и чувствительная кожа, то на ней может появиться раздражение от механического трения, а в местах, где выпирают косточки на кисти руки, от интенсивного трения могут появиться ссадины и синяки. После использования депилятором ту часть тела, которая была продепилирована, нужно промыть водой, чтобы смыть мелкую пыль от стекла, и смазать питательным кремом, чтобы избежать раздражения на коже. Волосы после депиляции отрастают медленно, не такими плотными и густыми, как были до депиляции. Этим депилятором волосы удаляются быстро, безболезненно, надолго. Он вам великолепно подойдет, если вас раздражает излишняя растительность на теле. Никак не могу найти хорошую пемзу. Бывает, купишь камень для чистки пяток, а он такой твердый, жесткий, что им неприятно и болезненно пользоваться. Другие же пемзы, наоборот, не очень пористые, гладкие и не справляются с удалением натоптышей и огрубевшей кожи на пятках ног. Хочется приобрести пемзу, которая будет нежно и эффективно удалять огрубевшую кожу на пятках. Если судить по отзывам, то, надеюсь, именно такую пемзу я нашла на просторах AliExpress. После ее эксплуатации обязательно напишу свои впечатления. На первый взгляд, пемза неплохая, выполнена из синтетического материала. Она легкая, не сильно пористая. В процессе удаления огрубевшей кожи на пятках пемза стирается, так что не знаю, как надолго ее хватит.
Надеюсь, этим приобретением я останусь довольна. Еще одна нужная и постоянно используемая вещь в повседневной жизни. Заказала себе мочалку-скраб из растительного волокна. Мочалку заказала в самом большом размере. Стоит она приблизительно $3. Никогда не пользовалась мочалками из натурального волокна. Надеюсь, она не будет сильно жесткой и ею будет комфортно пользоваться. Прекрасная вещь, без постороннего запаха. Есть канатик, с помощью которого ее удобно будет хранить, подвесив на крючок. Мочалка очень твердая. Надеюсь, после того, как я ее намочу, она станет мягче и приятнее на ощупь. Думаю, я погорячилась с размером мочалки. Нужно было заказать размер поменьше. Она долго намокает, и мочалку в таком размере не очень удобно держать в руке. После намокания мочалка стала мягче. Пользоваться ей удобно, но было бы удобнее, если бы я заказала эту вещь чуть в меньшем размере. Скрабирует кожу мочалка замечательно. Кожа стала гладкой, не раздраженной. Мне мочалка понравилась. Она как для моей кожи средней жесткости. Но если ваша кожа очень чувствительная и нежная, как у ребенка, то, скорее всего, вам неприятно будет пользоваться такой мочалкой. Мои прекрасные зрители, я осталась довольна всеми своими заказами и постаралась описать все плюсы и минусы каждого из товаров. Если вам какой-то из товаров приглянулся, ссылки на них есть в описании к видео.